Здравствуйте, с вами Александр. Приехали мы к моему другу Максиму, новому очень хорошему другу. Это из той серии, где новый друг лучше старых двух. Шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Его жилище где-то вон там, мы пешочком вот так вот ходили. А здесь человек построил шикарный мост. Вот, тут даже вот такие вот замочки молодожены вешают. Красота. Тут водится форель, да вон я отсюда вижу, рыбка плывет. Может, и не форель, голавль, но форель тут тоже есть. Мы разгружаем машину. Я Максиму привез в подарок петухов своих, гусят, цыплят. В общем, чтобы пермакультура и кашмека тут развивалась более активными темпами. Все-таки, как ни крути, животные, птицы ускоряют процесс обмена веществ и так далее и тому подобное. В общем, я очень счастлив, что мы собрались с таким дружным коллективом. Сколько нас? 6 человек. Красота. И будем делать хорошие, добрые дела. По озеленению нашей матушки земли. Как же здесь красиво. Красота. Это мы находимся недалеко от поселка Папоротный. Были мы здесь летом. Вот я еще тогда пожелал вернуться сюда снова. Бойся желаний своих сбудутся. Красота. Чистый горный воздух. Шум воды. Мягкий такой, успокаивающий. В общем, я счастлив. По-своему счастлив. Благодарю всех за внимание. Желаю всем всего доброго. Счастья, здоровья. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии. Все приветствуется. Еще раз всего доброго. Пока-пока.